Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush. Ну что же, я думаю, героя главного мы с вами менять не будем, да? Остается у нас пока Ингвар. И он как раз пригодится нам для Некрополиса. Когда осада Ротвика осталась лишь в наших воспоминаниях, дорога королей вывела нас к Некрополису. Путь наших воинов пролегал среди древних склепов и разграбленных гробниц. Беспокойство нарастало от невообразимого количества разрытых могил. Неестественная тишина лишь усиливала его, так как было очевидно, что это затишье перед очередным нападением сил тьмы. Оу. Вот так вот, друзья, нас немножко захотели напугать, да, так сказать, омрачить обстановочку. Ну что ж, давайте разбираться с этим делом. Так, у нас уже две дороги. У нас уже две дорожки, которые мы с вами должны будем защищать, и это меня уже немножко пугает. Я вижу, тут скелетики лежат, тут зомби валяются, то есть я 100% вам даю, что отсюда, отсюда и вот отсюда будут идти зомби. Причем ордами, как всегда. Ой, господи, не было печали. И склеп здесь вот этот вот, и склеп, он тут неспроста. Ну что же, друзья мои, начнем по традиции с бомбарды, наверное. И денег у нас с вами не так уж и много, господи. Как же быть, как же быть? Ну давай, давай. Сделаем так, так, я не знаю, может быть, по идее мне нужны еще будут... Это кто такой, елки-палки? Я уж пужанулся, думаю, что это такое. Да, мне нужна здесь будет казарма, так же, как и вот здесь, желательно, да? По казармочке и, наверное, по магу. С каждой стороны. Ну что, друзья, давайте посмотрим, кто у нас будет там кто. Скелеты и скелеты-воины, ё-моё, не было печали. Что? Да ладно, прям из-под ног вылазит. Сразу, вот так вот, лихо. Серьезно, что ли? Ну что же, ничего, ребята, с этим не поделаешь. Так. Ну, с этими мы разобрались, ладно, более-менее, да? Что же? Что же нам с вами прокачать? По идее, нужно улучшать бомбарду, в первую очередь. Поверь мне, это будет лучшее вложение для нас на дальнейшее. Пока идут с этой стороны, можно, в принципе, не... Так, Ингвар, иди сюда. Маг что-то как-то вообще здесь не алё. Оу, а тут-то какие идут? Тут, извини меня, рыцари мощные уже. А вот армия-то у меня здесь никудышненькая, если честно, да? Угу. Давай, наверное, усилим немножечко, да? Как-то укрепим наших бойцов за справедливость. Так, бомбарда пускай бомбит. Вот с этими нужно будет сейчас разобраться и... Ну-ну-ну-ну-ну-ну, не пропускаем. Главное, никого не пропускать здесь. Эх, вжариваю я, друзья мои, вжариваю. Огонечком, огонечком обязательно. Ингвар, по идее, тебя бы вот сюда бы надо. Там-то, я думаю, да как сказать, справиться. Не справятся они. Не справятся. Очень, очень тяжелый уровень, ребята, я не знаю. Если... Блин, да куда ты пошел? Вот он мощный, этот скелет, ребята. Ой! Бомбарда, ты мне... Ты мне тут поможешь, а? Сможешь помочь? Выручить сможешь меня? 110 нужно. Так, Ингвар, ты сейчас, по-моему, одуплишься. Давай быстрее сюда беги. Да господи, ну дайте мне денег там немножечко. Мне совсем немножко нужно деньжат. Так, ну Ингвар, по крайней мере, получает уровень, да, уже пятый. Он должен здесь, ну хоть чуть-чуть так, господи, постоять. Давай, призывай там своих предков, я не знаю, кого хочешь, вызывай. Главное, чтобы эти олухи не прошли. Что тут у нас? Мыши эти меня смущают, думаю, сейчас вот-вот летучие полетят или еще что-нибудь в этом роде. А кто у нас пойдет сейчас? Зомби и зомби. Ну ладно, зомби они медленные, но крепкие, об этом тоже не стоит забывать. Да хорош, вы со всех щелей лезете, а? Вот тут тырки, а. И опять же, ты посмотри, магия их очень плохенько берет. 198 нам нужно. Угу. Ты посмотри. Ты посмотри, что происходит здесь. О-оу, ребятушки. Фу, по-моему, здесь пахнет дело керосином. Вот что я тебе хочу сказать. Здесь пахнет дело керосином. Я не смогу здесь противостоять им всем. Улучшить, если только, да, маленько.
Предки эти, предки вышли, так а толку-то чё? Ну, Ингвар, иди сюда. Пройдут. Они пройдут, ребят. Зомби проходят. И ну и как вот здесь быть? Так, короче, переигрываем. Угу. Значит, мы с вами должны защищать две дорожки здесь. Слушай, мне не нравятся вот эти вот груды скелетов, которые здесь лежат. Смотрите, здесь зомби. То есть я больше чем уверен, что с этих щелей падут зомбари, вот отсюда пойдут скелеты. Денег у нас 900 монет, не так уж и много, и нас ожидают скелеты и скелеты-воины. Не утешает меня такая перспектива, вот поверь мне, не утешает. Давай, наверное, вот сюда поставлю... Нет, вот сюда я поставлю бомбарду, наверное, да? Сюда поставлю наших защитников. Вот сюда мы... Давай, наверное, еще... Я не знаю, подожди секунду. Давай, наверное, мы вот сюда тоже поставим бомбарду. Сюда поставим... Или вот сюда лучше защитников. Давай сюда, наверное, защитников влепим. Так, она будет стрелять. Эти будут мешать им, да? И надо еще что-то для подстраховки. Я не знаю, можно магов влепить. Или... Маги сильнее, но тут зомби эти. Давай, наверное, лучников все-таки влепим. Поставим с вами лучников и прокачаем по разику бомбард. Ну что, ребят, давайте посмотрим. Воу-воу-воу, прямо из-под носа ты... Так, подожди-ка. Так, мы не договаривались. Так, мы... Этот лучник, ё-моё. Толку-то от него, от этого лучника. Так, Ингвар, давай-ка ты у меня здесь... Ну ладно, пока будет биться с этими. Так, этих можно, в принципе, будет отвлечь. Вот где-то здесь. Смотри. Вот это плохо, ребят. Тут еще этот склеп меня смущает. Вот стопудово они отсюда будут переть все, а? Вот как пить дать? Блин, они идут почему-то все по этой дорожке. Может быть, я зря тут все это выставлял, расставлял, а? Да нет, ничего подобного. Ничего не зря. Так, Ингвар, давай, бег... А, вон они, пошли. Вон откуда они прут. Так. Ой, денег у меня вообще ни на что не хватает. Так, родные мои, давайте-ка сюда вставайте. Слушай, ну бомбарда хорошо бомбит, но будем ли мы успевать с ними справиться? Вот с чего я беспокоюсь. Да, лучник, конечно, здесь не алё. Бомбарда, да, не спорю, она очень хорошо бомбит. Очень хорошо, даже классненько. Так, может быть... Да не хватает денег мне, не хватает, понимаешь? Ага, ну давай. Этого скелета не... Так, эти у меня еще тут. Понятно. Ну, они соложата, поэтому их очень быстро разбирают. Так, тут надо как-то подсобить. Эй! Ингвар, ты смотри, что происходит. Родной мой, они же пробегают. Давай, зов предков, там все дела, как говорится, да? Так, подсобить надо маленечко. Надо маленечко подсобить. Справимся мы, интересно, с этой... Нифига, наверное, мы не справимся с вами здесь, чувствую я. Наверное, нам придется здесь с вами... Ой, как же не хочется-то, а? Неужели не справимся мы с ними, а? Неужели не сможем отбить? Ай, наверное, не получится, друзья мои, отбить. Придется воспользоваться ударом вот таким вот. Не хотел, видит бог, я этого не хотел, но пришлось. Что-то, а что, кто у нас там пойдет сейчас? Да ладно. Зомби. Твою же налево, они же мощные, ребят. Зомби, они же мощнявые, я же знаю. Помню я прекрасно. Эй, лучники, ну что вот от них толк от этих лучников, ребят, ну я не знаю. Давай, как-то должны мы с ними тут справиться. Ты посмотри, их орда идет, просто ордища. Давай, задерживай их как-то. Хм. Это какой-то бесполезняк, друзья мои. Это просто бесполезняк. Они проходят. Да ладно, эти еще сюда идут, эй. Слушай, а может быть, с одной стороны и выгодно, но давай мы, наверное, сейчас, знаешь, что сделаем? Бред, конечно, но у меня нет выбора, друзья.
Ягуар, давай, вставай сюда. Блин, что-нибудь можно мне прокачать, господи, или ни на что вообще не хватает. Ягуар стоит, главное, тут. Вот глупец, а. Так, давай. Блин, буквально немножечко не хватает для того, чтобы мне прапать. Нет, вот он какой-то ингвар этот, я не знаю, он стоит и просто любуется. Вот, вот так вот мы с вами сделали. Иди в бой! Вот. Да и стоит опять. Подрался я и убегает назад. А эти-то уже, друзья мои, по-моему, сейчас пойдут туда, верно или нет? Или все-таки ко мне пойдут? Нет, они идут ко мне сюда, ты прикинь? Они идут ко мне сюда. Но у меня накапливаются... Солдатики, вы будете драться сегодня или что? Что это за халтура, я не могу понять. Бомбарда, что там нужно? 337. А кто у нас дальше-то пойдет? Скелеты, падший рыцарь. Кто это? Падший рыцарь. Пораженный скверный в самое сердце рыцарь, избравший путь кровопролитной резни. Высокая устойчивость к магии, высокий урон. Воскрешение из мертвых. Вы че? А как? Как я тогда должен с ним тут справляться, если он воскрешает из мертвых? Нормально, да? Прикалываются они надо мной. Ладно, пускай он подойдет сюда. Посмотрим, ребят, что мы с вами можем сделать тут. Так, главное, чтобы вот этих скелетов... Ингвар, давай-ка мы вот туда поможем с тобой немножечко. Нет, никаких похождений. Так, справились, да? Справились. Вот, идет этот чудило, я не знаю, друзья. Сколько у него здоровья там? 800. Падший рыцарь. Второй идет падший рыцарь. Ай. Так. Нам, по идее, нужно, друзья, бомбарду прокачивать. Ну, Ингвар, давай, в бой-то встревай. Ну, давай, рискну, друзья мои. Чё там опять? Призрак рыцаря. Измученная душа, присягнувшего на верность злу рыцаря. Обреченная на скитание между жизнью и смертью. Физический урон игнорируется. Высокий урон усиливает падших рыцарей. В плане физический урон игнорируется. Вы вот сейчас издеваетесь, что ли, надо мной? Физический урон игнорируется. То есть ему по барабану, да, сейчас будет? Игнорируется. Он сейчас мне Ингварова завалит, вот и все. Да как быть-то? Он физический урон игнорирует. Маг не достает этот до него. Так, он идет сюда, вниз. Не, ну посмотри, здесь, почему физический урон... Ребята, он получает урон? Он получает урон, а почему они мне тут заливают, что он игнорирует физурон? Я не понимаю. Странно как-то немножечко все это дело. Вон бомбарда по нему бомбит. Довольно неплохо. Так, кто там? Падший рыцарь опять. И падший рыцарь. А, ну вот теперь дух. Теперь, видите ли, дух. Давай посмотрим, как маг будет по нему бомбить. А, он еще и по низу идет. А ну-ка. Вот оно, да, значит как. Ёпрсеты, что же тут творится? Друзья мои, что там творится? Ты посмотри, сейчас там... Ага. Блин, не хватает у меня... Чего мне не хватает? Да всего мне не хватает. Терпения у меня не хватает. Значит, нам нужно прокачать вот эту бомбардочку еще. Успеть. Так, хорошо. Слушай, ну лучники неплохо бомбят у этих зомбарей. Ну, правда, по одному всего лишь. Ну, ладно. Так, маг. Маг. Нет, лучше бомбарду все-таки. Лучше бомбарду. Поверь мне, лучше бомбарду нам прокачать. Ну давайте. Причем, главное, первый рыцарь, да, физический урон игнорирует. А второй... подожди, наоборот, да? Этот магический, по-моему, игнорирует урон. А потом физический. Короче, как-то так.
Бомбарду. Ой-о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 й. Куда он пойдет? Да ладно. Он пошел именно понизу. Так, Ингвар, давай, беги сюда. У нас с тобой тут заваруха сейчас будет, по-моему. Этих ребят тоже надо прокачать. Они тут заслужили прокачку. Так, вот он ожил, так сказать, да? Мы можем, конечно, знаешь, что сделать? Вот сюда вот встать немножко поближе. И он пока будет драться, а этот будет получать урон. Но тут еще один охламонич бежит. Понимаешь? Сколько тут вообще волн? 15 будет. 15 волн. Ладно. Фиг с ним. А! Наверх ты поп... Ты наверх попер! Да ладно! Ну, это я считаю нечестно, друзья мои. Он меня обманул. Он пошел просто поверху. Угу. А я его думал, что здесь смогу подловить. Да хорош ты! Да я не успею. Не успею я, друзья. Посмотри, что происходит. Там зомбик бежит. Недобитый. Бомбарда, как говорится, не успевает их наказать. Гвар, давай беги сюда. Или все-таки успеешь ты там справиться? Я не знаю, успеет он или не успеет. Вроде как бомбим, вроде как. Ну, здесь вот проблема большущая. Вот здесь, вот именно с этим духом сейчас. Там, смотри, целая армия духов ползет. О-хо-хо-хо-хо. Вот тебе и прикол, друзья мои. Вот тебе и приключение на голову. Да куда ж ты, дух? А, дух пошел туда, да? Я думал, он пойдет вниз. Нифига он не пойдет вниз. Я не знаю, друзья, может быть, нам отпустить его с миром? А? Как ты думаешь? Или не прощать? Или бомбить метеорит? Тихо, 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 тихо. Ингвар, давай бомби. Тут осталось ему чуть-чуть на добивку. На. Нет, ребят, по-моему, фейл чистой воды. Попробуем, конечно, но я не знаю. Вот сейчас дух. Сейчас дух будет, да? Маг, а, вот, 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 вот. Я успел мага пропать маленько. И смотри, очень-очень хорошо по ним урон наносит именно маг. Где мои рыцари? Куда они... Куда вы бежите? Ингвар, лови! Маг, ты будешь бомбить по ним или нет? Давай-давай-давай-давай-давай, родной мой, жги-жги-жги по полной программе. Выжимай из себя все соки последние, что у тебя есть. Мы должны вот этого упыря мочкануть. О, это чудо какое-то, мы с вами успели здесь выстоять. Так, давай, а, и тут еще, смотрите, друзья мои, некроманты идут собственной персоны. Вот только мне их тут не хватало, именно этих некромантов. Эх, сейчас будет веселуха, чувствую, сейчас будет веселу. Нет, я могу, конечно, успеть, наверное, да, поставить, если сейчас подобьем здесь парочку, как говорится, зомбарей. Я успеть должен поставить Теслу. Ну давай, давай, бомбарды, бомбите там. Ага, поставил. Теперь нужно еще ее прокачать. Куда они? А, они идут все вниз. Они все идут вниз. Так, друзья, готовимся. Готовимся к заварухе. Сейчас будет массовая атака. Это будет выглядеть вот так вот. Так, а голем, голем дорого стоит, я его не успею призвать. Но зато могу, наверное, успеть рыцарей прокачать. Да, рыцарей успел чуть-чуть качнуть, совсем маленько. Так, а здесь 187 нужно, да? Почему мои рыцари так далеко стоят? Давайте их поближе подведем, что ли. Ага, слушай, ну неплохо. Вот сейчас уже более-менее мы с вами как бы выстроились. Лишь бы все пошло по нашему плану. Так, давай, давай, лучники, некроманта этого завалите. К ядрене фени. Да ё-моё, он нам еще вызвал свою армию.
Так, у меня... А, у меня январь все, последний уровень получил, 10-й. То есть он прокачан по фулочке, да? Молодец, красавчик. Вот здесь надо тоже, наверное... Или же Берту ставить. Нет, наверное, все-таки мы Теслу здесь влепим. Мы здесь поставим Теслу. А потом, конечно, лучше ставить Берту. Так, зомби. Мерзость какая-то будет еще. Что за мерзость, ребята, у нас пойдет сейчас? Кто это такой? А-а-а, громадный кровяной голем из плоти изуродованных тел и конечностей. Множество существ. Ну, мы помним его, да? Это своего рода тролль. Дохлый, зомбированный, так скажем. Зомби-тролль. Он, по-моему, у нас боится... Чего он там боится-то у нас? Он магии боится, если я не ошибаюсь. Так, ну... Электричество он тоже, по-моему, боится. Электричество он тоже боится, поэтому нам нужно маленечко прокачать эту штуку. Пока здесь у нас Ингвар будет стоять, да? Рыцари там, надеюсь, справятся. Если что, будем применять, естественно, с вами астероид. Так, ну тут все хорошо, пока под контролем все. Не знаю, может быть, тут лучника поставить еще. До этого мага надо прокачать, по идее. Сейчас посмотрим, куда вот этот вот чудик пойдет у нас. Если пойдет сюда прямо, будем, естественно, друзья мои, бомбить. Нет, он идет вниз. Ну, это и хорошо. Для меня это хорошо. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, нет. Потому что у меня здесь бомбарды не прокачаны. Ай-яй-яй-яй-яй, ну ладно. Ладно, подождем, малька, подождем. Сколько там, 337, да, нужно? Так, или применить все-таки. Давай я, наверное, все-таки применю. Вот здесь вот ударчик. Вот так вот. Ага, лопнул как мыльный пузырь. И как раз у нас сейчас вот хватает. Фух, ну что, две Теслы есть, это уже прорыв для нас. Кто там у нас? Зомби. Отсюда пойдут зомби. Опять мерзости и падшие рыцари. Господи, как они меня не раздражают, эти падшие рыцари. Угу. Так, они уже пошли, да? И со всех щелей, как говорится, пошли зомбари. Ну, у нас тут стоят с вами Теслы, так что против зомбарей мы с вами здесь, как говорится, подготовлены. Вот мага здесь надо прокачать. Или же... Тут у нас падшие рыцари пойдут, да? Падшие рыцари, поэтому надо лучника прокачивать. Будем, наверное, прокачивать с вами гарнизон мушкетеров, потому что у них, ну, сами видите, радиус обстрела, ну, считай, в полтора раза больше, чем у стрелков. Вот они, ползут уже. И я, кстати, не знаю, как на них действует Тесла. Хорошо ли или плохо? Мы с вами как бы этого не проверяли еще. Не было такой у нас возможности. Ну, вот за счет этих зомбариков маленьких мы с вами неплохо зарабатываем. Неплохо зарабатываем, потому что мы их уничтожаем. Соответственно, копеечка нам падает в копилочку. И вроде бы как все пучку. Куда он идет? Вниз? Нет, друзья мои, этот охламон почему-то вниз не пошел. Так, Ингвар, давай-ка мы с тобой сюда, наверное, придем. Сейчас нам придется, скорее всего, наверное, применять здесь, да? Или нет? Или устоят они? Они сейчас будут взрываться же еще, ё-моё. Так, бомби. Бомбанул. Не знаю, правда, зря, не зря. Но бомбанул. Слушай, тут справились мы. Так, давай-ка вниз. И голема я сюда призову, на всякий случай. Ну, чтобы он стоял, короче, как бы сдерживал, да, их. С двумя духами деремся. Ингвар, нам нужно с тобой, знаешь, что сделать? Чуть-чуть поближе. Вот сюда перейди, чтобы маг мог их бомбить. И все будет отлично тогда. На таком расстоянии маг не достает. Вот только сейчас начал бомбить. Этих сдерживаем любыми способами, чтобы они нам тут не помешали. Наши, как говорится, заварухи. Ага. Вот и все. Делов-то, в принципе, на копеечку. Так, прокачиваем. Шок. Что, крысы еще тут? Ё-моё. Ну, неплохо, неплохо. Тут бомбануло, все отлично. Так, рыцарей пока мы трогать не будем с вами. Будем... Во! Вот. Стрелки. И также вот этого мага нам нужно будет сделать в чародея. Так, душа летит. В принципе, мне пока по барабану на нее абсолютно. Девятая волна, друзья мои, девятая волна. Духи, да, летят?
Прибавки пока никакой. Ой, стрелок, это что-то вообще ни о чем, ребят, смотрите. Урон минимальненький. Вон, маг этих скелетов хорошо разбит. Да скелеты это самые ватники, которые могут здесь быть. От них, как говорится, ничего толкового не будет. Сейчас просто интересно знать, куда они пойдут. Вниз или вверх? Блин, слушай, тут надо накрывать их. Ага, некромант, по крайней мере, там отдупился, по-моему, да? Ой, не нравится мне это. Тут, кстати... Давай-давай, Ингвар, беги. Оу! А они как раз наверх побежали, да? Они как раз наверх побежали. Плохо. Друзья мои, это очень плохо. Давай. Пускай будут паладины. Тут вот магов нету, понимаешь, в чем проблема? Тут нету магов, которые могут вот именно духов уничтожать. С духами только магия справляется. Этот маг слишком слаб, он недалеко бомбит и... толку нету. Тут единственная надежда, знаешь, на что? Вот на эту штуку. Что мы с вами сможем забомбить некроманта. А он сейчас будет тут травить нас своими, естественно, призовами, своими скелетами. Тут у нас голем, да, стоит? Этого мало, этого недостаточно, давай бомбить. Оу-оу-оу-оу-оу-оу, тихо. Ингвар, ну-ка давай сюда, возвращайся. Беги, чеши, лети. На крыльях, как говорится, счастья и любви. О, вот так вот. Ты думал-то молодец, но ты не там думал. Так, паладинчики мои тут, наверное, задержат маленечко, да? Кто там дальше у нас? Падший рыцарь и падший рыцарь, ё-моё. 7 штук, 14 по общему количеству сейчас будет. Надо вот сюда вот все-таки, наверное, еще, наверное, ставить одного мага. Угу, скорее всего. Ну, влепим давайте, поставим магов. Пускай стоит. Как долго мы с ним деремся, а, ребят, смотрите. Это с духом падшего рыцаря. Потому что надо, Ингвар, стоять. Вот я сколько раз тебе говорил, а? Встань вот сюда, вот, чтобы маг мог по нему бомбить. Нет, стоит там, как всегда. Где... сейчас духов призовет, ну, понятно. Мы, друзья мои, держимся до последнего с вами. До последнего. Так, сейчас отдуплится уже, да? Да. Все, готов. Хлопчик. Ну, это, да, вот, ребята, он к магии, да? Неуязвим. А душа, наоборот, уязвима к магии. Так, давай-ка вот так тогда сделаем. Пока маг здесь рядом, чтобы он хоть как-то мог бомбить. Ну, бомби, господи! Эй! Ингвар, давай! Маг не достает, ты понимаешь, он не достает. А метеоритный удар у меня будет долго откатываться, эй! Ну и что ты прикажешь тут, блин, делать? Как я тут должен справляться-то? Я не знаю, друзья мои. Метеоритный удар еще... ой, еще долго до него. А там рыцари прут, 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 прут. Один за другим. Целой армией. Рыцари мои отдуплились. Мы видим. Во! Вот это мое спасение, друзья. Фух! Да и то как-то не особо хорошо тут спасение-то прошло. Угу, Ингвар, давай. Ингвар, давай, иди сюда. Так, там у нас зомби пойдут. Так, тут голем, если что, нас прикроет, да? Надеюсь на это, что нас прикроет. А здесь нам нужно паладинов прокачивать. Да ну, еще зомбари прут. Как все вовремя. Может быть, лучников? Смотри, что происходит, друзья мои. Смотри, что происходит здесь. Трэш! Нет! Нет-н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 ет! No mercy, да? No mercy. А, так, одного забомбили все-таки, умудрились, успели. Молодцы, Ингвар. О, если сейчас Ингвар у меня подохнет.
Ждем, друзья мои, у меня метеорит подготавливается. Вот. Вжариваем. Охо-хошечки. Что ж за уровень-то такой офигенно сложный. Я боюсь представить, что дальше будет. Так, ну этого-то духа подобьете мне в конце концов или нет? О, они еще и снизу откуда-то прут. Прикинь. Они снизу тут еще бегут мне, хламоны эти. Так, давай-ка мы с тобой вниз сюда, Ингвар, перебежим. Здесь, я не знаю, может быть, засаду егерей нам сделать. Да, по идее, тут нужен нам голем. Точно, я думаю, что нам не хватает? Голема нам не хватает здесь, ёпрсете. А где Ингвар? А, вот он. А он стоит, любуется, наслаждается, да, жизнью. В то время, как у меня тут все дерутся, все воюют, он просто стоит и любуется. Можно, в принципе, овцу, наверное, выучить. Нет, лучше голема. Лучше, друзья мои, голема. Так. Метеорит пока не будем мы с вами тратить. Пригодится. Чувствую, вот нутром пригодится нам еще здесь. Пока будем драться своими силами до последнего. Пока не угрожает нам ничего. Этого мага еще тоже надо прокачать. Желательно по фулочке. Вот тут, кстати, бомбарду бы поставить, да? Только уже с Бертой. Угу, точно. Берту влепить. И тогда все будет хорошо. Так, кто у нас там? Падший рыцарь. Призрак рыцаря. Сейчас начнется, короче. Сейчас еще хуже будет. Хотя, кажется, хуже уже некуда, но оно будет. А может быть, овцу нам изучить, а? Овцу. А кто у нас овцу? Ну, у нас, в принципе, все могут бомбить по овцам, по этим. Ладно, вызываем, короче, отряд. Фух. Вот они идут. Духовенцы, елки-палки. Ну, пока еще рыцари. Пока еще рыцари они. И уже сразу и с духами. И все как полагается, да? А если я вот так вот сделаю? А? Отлично. Сейчас как раз будут пролетать мимо мага. Маг будет по ним бомбить. Вот и все. Ну вот здесь, конечно, будет нам с вами посложнее. Здесь у нас будет сложновато. Давай, давай, маг. Ты, главное, вжаривай. Как говорится, сдерживай их. Да ёпрсы, ну как они про... Да в кого ты там бомбишь? Куда они пойдут? Они... Ага, понятно. Они идут именно туда, да? Именно туда, куда я не хотел, чтобы они пошли. Твою же маковку, да? Ну ты что ты... Так, этого мага нам надо срочно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ужас какой-то происходит, на самом деле. Смотри, и пролетают. И в на... А, не наверх все идут. Ну, в принципе, наверху я их встречу. Давай. Наверху даже очень хорошо для меня будет. Поверь мне, сейчас я их тут, ух, встречу как сладенько. Просто ударом метеоритным они тут все полягут. Штабельком у нас, да? Да? Так. Да мы даже и так справляемся, я смотрю. Хе. Блин, тут-то откуда взялись духи-то уже, а? Ну, тут-то они откуда вылетели. Ну, прямо из лесу откуда-то. Из ниоткуда, так скажем, да? Ну что, влупляем? Так, Ингвар. Нам, по-моему, надо с собой сюда. Голема еще одного вызовем. Два голема, это уже хорошо. Они будут здесь сдерживать их, да? И в этот момент мы, мои башни будут их расстреливать. Раз, два. Тости. Тебе и тости. Так, и надо нам этот маг. Голема так быстро разбирают они, да? Вот хорошо, что вот это... Ай, я думал, достает. Но она доставала, по-моему, башня эта. По-моему... Так, кто у нас там? Падший рыцарь, некроманты сейчас пойдут. Некроманты. Ну что, я думаю, время настало для нашей Берты. Да, для нашей Берты, друзья мои. Берта нам нужна... Да, что ж ты будешь делать? Что, как-то долго с ним там, а? Завалите вы этого хламона в конце-то концов. Так, улучшаем, улучшаем. Обязательно улучшаем наши пушки. Так, завалили, да?
Вот эти рыцари у меня не прокачаны, которые здесь вот внизу. Те-то уже по фулочке, все. А вот тут вот нет. Так, тут некроманты, тут просто кого-то только нету, а. Давай. Как бы хорошо с одной стороны, а с другой стороны совсем не очень хорошо получилось. Смотрим, ожидаем, смотрим, какие у нас тут с вами шансы будут. Шансы на победу, ё-моё. Так, ну здесь неплохо. Големчика немножко прокачаем. Здесь очень хорошо контролируем мы этих духов. Главное, чтобы вот туда не шли. И все будет у нас с вами тип-топ. Так. Берточка-то моя. Да-да-да, мы здесь поставим толстушку Берту. Чтобы она... Чё? Оу, Ингвар у меня погиб. Ты прикинь, они все-таки завалили его. Оу, это плохо. Но хорошо, что у нас тут два голема есть. То есть, если они одного забомбят, второй появится, да, и будет как бы сдерживать их. Вот тут вот мне не нравится, что там у нас творится вообще. Смотри, просто кипишня какая-то. Так, Берта. Вот она, толстушка Берта. И сейчас у нас с вами дела должны, по идее, в гору пойти. Почему? Потому что толстушка Берта, она очень наносит колоссальный урон. Кассетный миномет, плюс у нее ракетные установки с самонаводящимся снарядом, естественно. Так, и вот надо нам будет прокачать гнев леса, чтобы не, ну, эти шипастые лозы пленяют врага там на некоторые секунды, и мы могли их травить. Да? Так, что тут с духами не можем справиться? Ну, с духами-то маги хорошо справляются. А что вы мне тут, как говорится, мнете одно место? Все должно быть тип-топ. Берточка, сейчас, сейчас, дождешься ты у меня своей очереди. Сейчас мы тебя прокачаем, радость моя. Сразу они запоют у нас. Я боюсь, я вот не знаю, ребята, у нас... мне подписчики писали, что здесь, по-моему, будет 4 этапа. 4 этапа, именно вот как вот. Ротник это был первый уровень, сейчас вот мы с вами... В некрополисе, да? И еще один, еще один. Я боюсь даже представить, что будет на последнем этапе, на четвертом. Что там будет за монстр? Все в кучу, да? И оборотни, и вурдалаки, и вампиры, и мыши летучие. Все, все, да? Может быть, даже и банши. Как помните, в какой-то части там вампир Владимир-то со своими там призраками-то, ё-моё, давал нам джазу. Так, ладно, давай мы... Угу. Берточка пошла, пошла, пошли снарядики. Все хорошо. Этих охламончиков надо тут немножко пощекотать, чтобы жизнь малиной не казалась им, да? Вот как раз отравление идет. Все, что нужно, ребят. Сейчас все идеально, по красоте. Они травятся, они получают урон. Как говорится, все, что я задумывал. Так, теперь кассетный миномет. Так, эти куда пойдут у нас? Вниз? А, отлично, давай, родные, сюда, вниз. Ага, один туда полетел. Вот это уже нехорошо. Когда вот сюда вот он идет, это совсем нехорошо, ты понимаешь? Что это их тут дофигища идет? Это, кстати, предпоследняя волна. Я-то думаю, что тут такое-то, а? А волна-то предпоследняя. Поэтому, естественно, тут будет сейчас куча, куча целая врагов идти на нас. Нам только надо успевать отбиваться от этих всех вражин. Ага. Ладно. Что там, сдерживаются, да? Пока сдерживаются. И они идут. Они идут вниз. Понял. Последняя волна. Так, падший рыцарь, призрак рыцаря, мерзость и зомби. Да, это ерунда для нас, на самом деле. Так, ну что, Берта, готова. Последняя прокачка получилась у нее. А здесь мы... Слушай, я думаю, наверное, овцу все-таки надо будет одну сделать здесь. Так, в яблочко тоже нужно прокачать, кстати. Есть шанс врага с одного выстрела, бумс, и все. Так. Ну что, вызываем последнюю волну с вами. Она, наверное, будет самая жесткая. По идее, так должно быть. По идее, должно быть все именно так. Сейчас мы будем с вами немножко копить денег и прокачивать все, что у нас здесь недопрокачано. Ну, ага. Получили, как говорится, свое. Давай, выходи. Нет, не будем мы тратить, да? Просто так, как говорится, наш астероидный вот этот удар, он нам пригодится, я думаю. Вот надо будет просто-напросто немножко подкопить денег и... прокачать чуть-чуть. Скелеты прямо из-под носа встают. Но это для нас ерунда, на самом деле.
не стоит даже на них обращать внимание. Вот падшие рыцари, да, это серьезный противник. А это так, шелуха. Это, вот, вот, вот эти вот тоже жуки нам тут нафиг не нужны. Вот эти вот некроманты, которые идут. Надо их, наверное, накрыть. Давай-ка сделаем доброе дело. Ну, совсем, совсем. Блин, так там еще выходит куча. Поспешал я, конечно, поспешал. Так, давай здесь, наверное, сделаем шрапнелечка. Если бы они хотя бы почаще бы ее применяли, да? Шрапнельку-то свою. Смотри, как Берта хорошо бомбит. Именно по телесным врагам. Там духи он ползут уже. Ух, нормуль. Нормуль он получает. Овечку сейчас мы с вами еще прокачаем. Вдруг кого-нибудь в овцу сможем превратить. Хе-хе. А тут-то ее встретят. Так, нам надо еще прокачать гнев леса полный. Полный прокачку сделать. Ох ты, смотри, сколько ползет. Мерзостей. Действительно мерзость. Действительно мерзость. Так, а вон и овца бежала. Только что. Так, ну что, готовы? Поехали, друзья мои. Вот так вот. С призраками. А, еще один остался. Вот, теперь с мерзостью нужно разобраться. Она идет на пролом. Так, давай-ка мы, наверное. Ага, не хватает финансов, да, чтобы рыцарей прокачать. Ну да, чуть-чуть нам не хватает, к сожалению. А, так они пойдут поверху. Ой, так это же вообще шикарно. То, что нужно. Давайте, идите вперед. А мы вас тут уже, как говорится, встретим во всеоружии. Один не дошел. Этот тоже, я думаю, не дойдет. Его лучники, скорее всего, расстреляют. Ну, блин, долго как мы с ним возимся, а? Как мы долго с ним возимся. Так, тут фул прокачка. Вот тут тоже почти фул, осталось только ядовитые стрелы прокачать. Кстати, яд наносит урон этим призракам, я заметил. Неужели? Неужели? Да, ребятушки, на 3 звезды с первой попыточки я считаю, что это очень и очень круто. Так, бойцы имеют отменное здоровье и превосходно оснащены. Вот. Ух, третий этапчик, который будет у нас топ клыков. Это, наверное, и есть последний уровень. Хотя, не знаю. В общем, ребятушки, увидимся с вами в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.